Всем привет! И в этом выпуске у нас автомат ППК 42. Вот так вот выглядит данный автомат. Автомат этот у нас с вами самый наитоповый вариант из автоматов, который есть. Значит, характеристики его можете наблюдать. Конечно же, впечатляющие характеристики. Урон, скорострельность, разброс. Это, конечно, все вызывает определенное восхищение. Значит, выглядит со скином в таком вот он образе, с таким скином в таком вот формате. А простой вариант, его внешний вид стандартный, заводской, такого плана, да. Вот характеристики гаджеты здесь получается у нас с вами будут стоить, конечно же, дороговато, да, по 5000 золота. И нужно их будет 5 штук, да, ставить. 5 гаджетов по 5000. Ну, дорогое удовольствие. Не каждому будет по карману. Давайте отправимся в бой. И в бою уже рассмотрим данный автомат. Ну, вот так вот он его смотрит. Так вот осматривает. Да, вариант, безусловно, конечно, дороговатый, да. Получается, это 5 гаджетов по 5000. Сколько он будет стоить золотом? Пока еще мы не знаем, так как автомат еще за донат, за реальные деньги. Но сносит противников он, конечно же. Очень хорошо. Конкурировать с таким вот, конечно же, автоматом будет очень сложно. Дальность вроде как у него неплохая, в принципе, он так со средних дистанций тоже снимает достаточно уверенно. Вот, в принципе, сейчас мы убрали противника, он был достаточно далеко. Так же, как и этого. В обойме патронов, да, в принципе, достаточно.
для активных убийств. Запас тоже имеется. Такой не маленький, как говорится. На доброе здоровье, убивай не хочу. Двигается с ним очень хорошо. Ничего экран не закрывает, не мешает. Такой достаточно компактный вариант у нас с вами автомата. Играется достаточно легко на нем, да, вот. Убивает он отлично. Убивает он даже не то чтобы отлично, а легко и непринужденно, да, никаких проблем нету. Конечно, автомат топовый, естественно, с ним. Другим более слабым автоматом поконкурировать будет очень тяжело. В любом случае у данной версии автомата будет преимущество. Вот, так что здесь как ни крути. Хитрая такая-то карта, встанут где-нибудь там в углу за шторой. Игрок сливается, не видно откуда по тебе стреляют. Такая карта, так скажем, на любителя. Кому-то она нравится, кому-то не особо. Интересно, друг на друга упали и лежат. Сложились компактно, я в этом плане. Бывает же такое. Ну, в принципе, по дальности неплохо срабатывает этот автомат. Потому что он вот, в принципе, на таком дальнем расстоянии убивает очень хорошо, не теряя практически в уроне. Ну или у него настолько повышенная скорострельность. С неплохим уроном, да, поэтому. Поэтому так
легко, да, так скажем, не проблематично получается убивать на такой дальней расстоянии, на таком дальнем расстоянии, да, скажем так. Ну и в то же время, конечно же, у него разброс небольшой, он достаточно кучно стреляет. Даже при том, при всем, что вот этот вот у нас с вами сейчас эффект отдачи, да, присутствует, но цель вот достаточно в прицеле цепко держится. Да, автомат укладывает врагов, да, ну, врагов, уж не будем говорить, противников. В этой игре мы здесь не враги, да, а это у нас с вами такой киберспортивный, так скажем, мероприятие, соревновательный процесс, поэтому здесь я предпочитаю называть противники. Выносит, убивает, уничтожает противников на ура. Автомат, конечно, просто огонь. Очень отличный убийственный вариант. Конечно же, играть на таком автомате — это просто быть на высоте, да, на уровне. И, естественно, конечно, когда телефон у вас тоже достаточно шустрый, мощный, то получается гремучая смесь. Конечно же, играть на таком оружии просто удовольствие. Да он, можно так сказать, сам убивает, и без вас просто бежишь, и он укладывает противников налево-направо. Ну, это, конечно, громкие, может быть, слова, но на самом деле играть с ним очень легко. Автомат топовый, автомат достаточно мощный, скорострельный. Здесь, конечно, с этим уже не поспоришь в любом случае. Вот, ребят, так что вот так. Ну что, двигаемся дальше. Играем в нашу любимую игру дальше. Вам, как всегда, желаю хорошего настроения. Побольше вам хороших игр. Побольше вам побед. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего видео. Все, всем пока.